Давай, Батянь, давай, эй, а? Давай, чего? Давай, война началась. Проснись. Вставай, бомбятся. Ночью были взрывы в Москве, у нас, Новгород, Тверь, еще где-то там. Они все-таки напали. Вставай, говорят. Что? Какого черта? Не может быть. Ты что несешь? Фак, сколько времени-то, что еще темно. 7 утра. Я решил, что спать сейчас не время. Блин, я не верю, я просто не верю. Не может быть. Фак. В порту у нас упало, взорвалось, там 12 убитых. Бля, что происходит, мамочки? Палят ракетами с кораблей. Из Балтийского и из Белого. Из самолетов. Все же знали, что они вдоль границ выстроились. Да, ну уже же войска же отвели, уже говорили, что вот они там снимали уже, как едут домой, все типа отмена. Все уже выдохнули. Фак. Ну и вот, в 4 часа ночи долбанули по нескольким городам. Фига себе пролетело, что это? Самолет, чё? Сейчас еще где-нибудь взрыв будет. О, слышала? Бля, как такое может вообще происходить? Да этот их главный китаец Вэнь Сухим вообще с катушек слетел. Начать в 21 веке настоящую войнушку, это надо совсем быть полным кретином. Это просто нонсенс, абсурд! Дети, сегодня в школу не идете! Ура! Нет, дети, совсем не ура. Что-то очень плохое происходит. Опять карантин? Нет, в нас стреляют. В нас? За что? За что? За то, что мы есть. Соберите рюкзачки на всякий случай. Две игрушки, вода, сушки. Размахивая фотографиями с русских маршей, президент Китая призвал очистить Россию от фашизма и отдал приказ атаковать российские города. Главы государств уже выступили с осуждением такого шага и продемонстрировали всем прилюдно свою озабоченность. Блин, вот горлопарь с семьей уже уехали в Украину, Аляска уже по дороге в Беларусь, а мы все сидим тут, а? Хрюндель, уезжать надо! Убьют, блин! Разбомбят тут все нахрен, умрем! Хрюндель, мотать надо, черт возьми, эвакуируется! Убьют нахрен, разбомбят все! Че ты сидишь, пердишь и ногой отталкиваешь? Все понятно, короче, хер мы тут проедем. Давай вон туда направо, попробуем объехать. О, давай-давай, вроде... Быстренько в подвал куда-нибудь, бегом шевелитесь! Хрюндель где-то там, пентюх ужасный! Давай шевели булками, сейчас еще прилетит! Мама, что происходит? Это война, Чучуня, это война. Пап, не страшно. Мне тоже, Бага. Но мы вместе, и пока все живы, и все будет хорошо, успокойся. Телефон работает? Поиграй. Где моя кулька? Здесь твоя кулька. Видел я ее в рюкзаке. Вот, держи. Знаете, я всегда так любил Китай и китайскую культуру. Ты можешь, пожалуйста, новости без мата читать? Как я могу это без мата читать? Тихо, тут детей полно. Ты уж постарайся. Фа, бля, ёп, пип, аху. Я тебе сейчас рот завяжу. Да ты сам посмотри. Пиф, смыс, аху, бля. Это Астрахань, ёп. Так, звуков вообще не издавать. Учись охреневать молча. Вроде затихло. Нет, казалось. Давай, пошли. Надо бы жратвы какой раздобыть по дороге, слышь? Зайдем по дороге в шестерочку. Думаешь, работает? Да. Я же говорил, не работает. Пойду пороюсь. Не ходи, дурак, бетонным ошметком схлопочешь. Да не ходи ты гулять, тебе хохлатый гибон. У нас есть попить? Вот как раз что-то. Выпей меня, а? Че, не смешно? Хорошая попытка, папа. Но лучше, если бы ты нам дал попить. Мам, это же соседка, мама Киры. Чего это она тут лежит? Пошли, не смотри туда. А почему мы ей не можем помочь встать? Потому что она уже больше никогда не встанет. Не смотрите, говорю вам, пошли. Блин, дома как будто все нормально. Но нужно уматывать отсюда. Послезавтра поедем. Первая паника пройдет, полегчает. Какой пройдет завтра, вообще никуда не уедешь. Ты куда ехать-то? Везде толпы, обстрелы. По дороге палят. Где моя акулька? Так, акулка. Я ее, кажется, в рюкзаке видел.
Вот рядом, рядом попало. Хрена долбануло, какие подонки, подонки, твари. Спокойно, спокойно, все живы, все живы. Жизель, мотаем отсюда в метро, бери все в холодильнике и пошли. Ну, руки в брюки. Да это пиздец, но нам нужно выжить. Две игрушки, вода, сушки и потопали. Мы с тобой попали в какое-то дерьмовое кино, Хрендель. Пишут, что в Исааке было прямое попадание, прикинь. А, господи, как это вообще возможно? Как это может быть вообще? Как это вообще реальность? Интернет пропадает. Так, спокойно, ты далеко где-то. Боже, блин. Когда это кончится? Почему они померли? Почему? Ну что там наверху? Кажется, прилетело прямо по дворцовой. Говорят, колонна упала. Да, пишут, по колонне прилетело. Колонну смело и пол дворца вместе с людьми. И кострелки Васильевского. Может быть. Боже мой, почему это происходит? Я просто не верю. Почему это происходит? Потому что если один закомплексованный идиот берет просто в собственность большую страну с кучей ржавого оружия, это всегда чревато. Чтоб ты сдох, как чумная крыса, проклятый Вэнь Цуй Хим. Русский марший — это бесспорные доказательства. Там фашисты и миссия Китая освободить мир от русских фашистов. Кроме того, вернуть исконно китайские земли и вообще, какие в жопу русские. Нет никаких русских. Это смесь татар с уборцами. У них вся культура ворованная. А язык — это исковерканный украинский. Так что мы освободим русских. Учите китайский. Китайский учите. Блин, а еще буквально вчера спорили, какие суши лучше. Теперь смотри, прям как в блокаду, ад на земле. У кого ад в душе, несет только ад людям. Я хочу пойти в тероборону. Эй, ты че, а дети наши как же? А вас надо эвакуировать как-то. Кременчук, например, прекрасный город, тихий, мирный. Связь появится, буду звонить везде. А пока поторчим на всякий в подвале. Я специально поближе ко входу развел. Если что, быстро текаем в подвал. А ваши-то где все? А, ну мои все в Украину эвакуировались. Сестра под Киевом в Буче, а жена с детьми в Мариуполе. А, ну отлично. Самым будет хорошо. А вы что остались? Да, собачки у меня тут. Крюндель, ну скоро будет готово. Дети меня сейчас живьем сожрут. Сейчас, сейчас. Кстати, Лохматый написал, что он на Петроградке уже. Пробирается к нам. Ну так скоро, не спрашиваю. Тут еще 15 ртов в сутки уже не жрали. Что вы там треплете? Мама умерла на восьмой день. Дядю Лохматова убил снайпер, когда он бежал к нам. У меня выдрана кожа на спине. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Остался только Бадя. Апрель 2022 год. Эй, 有人在吗? 你看到什么了吗? 我不知道, 这很危险, 我们不要去那里。 我同意, 我也不想进去了。 我们就往里面丢东西吧。 Где моя кулька? Да откуда я знаю, достал ты уже, в унитазе небось. Знаете, вот людей от животных отличает чувство эмпатии. Это сострадание и сочувствие. Это именно то, что делает нас людьми, а не скотом. Но иногда эмпатия притупляется. После Второй мировой войны обыватели немецких городов принудительно вводили на экскурсии в концлагеря, чтобы они увидели все своими глазами. Вот и вы сейчас посмотрели. Эта война — страшный позор России и проклятие. Это проклятие будет висеть над Россией теперь еще долго, а оккупанты и убийцы будут гореть в аду. И это не китайцы, извините. Простите, что мульт вышел не смешной, но какое нахрен веселье, когда столько людей гибнет каждый день? Я офигею. Чао-какао.
Жили-были три китайца, я цитрак, 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 цитр
як на цепи, як цитак на цепи трипи, як цитак цитак стони на цепи трипи трипом пони. Они все родили детей, як и цыпа шах, як цитак и цыпа трипа шах шарах, як цитак цитак стони, цыпа трипа трипом пони, шах шарах шарах шахрони.